Увидеть Европу и умереть. Так, перефразируя известное выражение, можно было бы охарактеризовать перспективы украинских предприятий после потери традиционных рынков сбыта, если бы они не вспомнили о кооперации. На современный манер такие объединения называют кластерами. Заседание совета одного из них, инновационного регионального аэрокосмического кластера «Мехатроника», созданного в прошлом году, прошло на базе Днепропетровского агрегатного завода. Здесь представлены предприятия, которые представляют разные формы собственности. Здесь есть государственные, есть акционерные с частью государственных акций, есть частные предприятия и так далее. Так вот, поэтому наиболее удобной, наиболее работоспособной формой сотрудничества является, в общем-то, кластерная система. Фактически это клуб по интересам тех предприятий, которые хотят участвовать в каком-то сегменте рынка. С распадом Советского Союза уже на протяжении нескольких лет независимости фактически государственного регулятора этой отрасли не было. И вот создание такого кластера, практически кооперации производственных предприятий, даст возможность делать продукцию на высшем мировым стандартам, которые соответствуют сегодня и натовским стандартам, и европейским стандартам. Участники кластера – представители ведущих предприятий, учебных заведений, авиационной отрасли Украины. Многие на ДАЗе не впервые. Принимать гостей здесь привыкли. И отечественных, и иностранных. На заводе нередко с делегацией из Китая, Франции, Италии. Но коллеги из родной Украины всегда особо желанные гости. Ведь гуртом, как известно, и кризис легче преодолевать, и планы на будущее строить. Сегодняшний любой конкурентоспособный продукт – это, прежде всего, продукт интегральный, который требует различных направлений знания, различных производств и так далее. Да, то есть здесь, в любом авиационном сегодняшнем продукте, здесь и механическая обработка, здесь и новая металлургия, здесь и новое покрытие, включая такие, как нано-покрытие для улучшения характеристик. Здесь и электрика, и электромеханика, и электроника, да. И это требование сегодня времени, потому что авиация развивается. Много докладов конкретных проблем, задач, действий, которые предпринимает сегодня авиационная отрасль для выживания. К сожалению, слово «выживание» здесь ключевое, и мы обсуждали разные способы выхода из кризиса нашей авиационной отрасли. В условиях тех, в которых мы сейчас оказались в стране, и с учетом политики импортозамещения, вот эти заседания очень важны, они позитивны, на них принимаются решения, которые толкают нашу отрасль к дальнейшему развитию. Сейчас у нас много проблем. Импортное замещение, создание новой продукции, сложная экономическая ситуация, и вот сократился рынок в какой-то степени, поэтому на ходу приходится перестраиваться. И я должен в рамках кластера это будет быстрее, надежнее, потому что на кластер обратили внимание. Мы занимаемся законодательной базой прежде всего в этих условиях и новыми технологиями и взаимодействием с зарубежными фирмами. Вся та техника, которую мы ремонтируем, разработчики ее остались в Российской Федерации. С нами они общаться не хотят не последние два года, они с нами общаться не хотят последние 20 лет. И мы поэтому перестали на них надеяться и стали опираться только на свои силы и на силы наших партнеров в Украине. Вот один из наших хороших партнеров – это Днепропетровский агрегатный завод. Мы уже несколько проектов успешно реализовали, проектов в области импортозамещения, и надеемся, что еще больше реализуем. После экскурсии по ДАЗу и посещения инженерно-производственного комплекса завода участники заседания приступили к обсуждению насущных проблем. Их слишком много, и разрешить их можно лишь при условии серьезной государственной поддержки. Мы остались в одну секунду обрезаны от огромных рынков. А внутренний рынок сбыта абсолютно мертвый. Он не существует практически. В этом году АНТК не сделал ни одного самолета. Харьков не сделал ничего. Говорить о серьезном заказе на внутренний рынок, к сожалению, пока не приходится. Без помощи государства авиация Украины обречена. Сегодня отрасль и авиационная, и космическая требует, конечно, очень большого внимания со стороны государства и, прежде всего, в том числе со стороны научных работников, организаторов производства, с тем, чтобы
более интенсивно эти отрасли развивались? Укроборонпром должен эту продукцию рекламировать на мировых рынках. То есть кластеры и задача государственной власти, будь какого органа, будь то Укроборонпрома или областной государственной администрации, именно популяризация и выход на мировые рынки. То есть сегодня внутренний рынок такой потребности не испытывает. Испытывает сегодня потребность, закупает Вьетнам, закупает Индия, закупает Пакистан, закупает многие среднеазиатские страны. Мы должны сегодня идти с этой продукцией. Она сегодня соответствует по цене, по качеству. Она сегодня лучше многих мировых стандартов. Аэрокосмическая отрасль производит продукцию самого высокого передела. Именно такая продукция определяет и технический уровень, и имидж страны. Поэтому ученые и производственники уверены, государство должно повернуться к отрасли лицом. Тем более, что у Украины есть все, чтобы вернуть звание космической державы. Сегодня Украина входит в шестерку стран мира, которые работают, которые имеют сегодня соответствующее оборудование, соответствующую производственную базу, специалистов, которые выполняют работы для аэрокосмической отрасли. Украина авиационная держава, в отличие от многих развитых стран. Почему? Потому что есть у нас в Украине разработчики всех авиационных систем и производители этих систем. И мы входим, Украина, в очень ограниченный круг стран, которые имеют ракетно-космическое производство. Его, конечно же, надо поддерживать. Это высокотехнологичное производство, которое двигает отрасли Украины и, значит, дает возможность держать высокотехнологичное производство на Украине. Несмотря ни на что, мы живем, работаем, но хотелось бы большего. Хотелось развиваться, хотелось строить самолеты. И родная Украина, правительство нашего украинского государства должно в этом нам серьезно помочь.